Второй всероссийский форум, который прошел в Москве, объединил учителей со всей страны. На протяжении 2 дней преподаватели обменивались опытом, создавали совместные проекты, чтобы найти новые подходы к передаче знаний и повысить уровень образования в целом. И очень рада, что вы так смело вступили на такую конкурсную процедуру и стать победителем такого масштабного, такого значимого, серьезного конкурса. Это, я считаю, что серьезная победа. Поэтому разрешите вас от имени правительства, от имени главы нашей республики Владислава Товарищевича искренне поздравить с таким высоким достижением, с признанием ваших результатов деятельности, с победой в таком конкурсе. Интерес классных руководителей к данному форуму с каждым годом увеличивается. Так, для участия было подано более 400 заявок. Из них отборочный этап прошли самые лучшие. Маргарита Шира почти 30 лет работает в Сукпасской средней школе классным руководителем. Она рассказала, насколько важно преподавателям вести интересные и разнообразные уроки, чтобы вызвать заинтересованность каждого ученика к учебному процессу. Такие форумы позволяют совершенствоваться и не только. Очень насыщенный, интересный и очень красивый был форум. Участвовало 1300 классных руководителей и кураторов СПО со всей России. Были представлены 89 регионов с нашей страны. Я считаю, что самое главное – это встречи и знакомства со своими коллегами с разных городов. А вот у Айдаши Хиртека общий стаж в сфере образования почти 5 лет. Является классным руководителем 9 класса школы номер 2 ПГТ Кахи. Обрадовался, узнав, что стал одним из участников всероссийского форума. Ведь это большая возможность пообщаться с классными руководителями из других регионов. Я и мои коллеги, которые участвовали на форуме, будем советовать нашим коллегам, чтобы они принимали со своими классами участие в данных мероприятиях. Ну и, соответственно, получали какие-то бонусы в виде поездок, например, в тот же самый Артек. Участие в форуме оставило массу положительных впечатлений, отмечает молодой педагог, учитель математики и информатики школы номер 1 ПГТ Хемшинный Ондар. Классный руководитель не только дает детям знания, но и должен поддерживать, помогать, уверенно Шинне Ондар. Классное руководство с 3-го года. Мой класс сейчас 7-й. Да, я сама попросила этот класс, потому что как предметник просто работать и вести математику неинтересно молодому учителю. На форуме были развернуты десятки просветительских площадок, выставок, на которых более 1000 педагогов со всей страны получили много полезной информации и новые знания в области классного руководства. Алдана Исаева, Буяно Юн, Азамат Очур, Туа-24.